Стендровод Session Mixer HS5. В чем особенность? 5 музыкантов могут репетировать одновременно. У каждого есть выход на наушники, регулировка микса своей громкости, с громкостью других участников можно подавать какие-то эффекты, возможность подключения линейного входа, клавиши, гитар, баса, микрофона. Вот здесь вот регулирование громкости первого, второго сигнала, третьего, четвертого. Тут у нас есть на общий микс бас, middle, treble. Вот, панорамирование звука, общая громкость, задняя панель, на ТРС разъемов и микрофонные разъемы абсолютно одинаковые. Раз, два, три, четыре входа. Можно писать сразу на флешку, можно писать по USB в компьютер по канально. Показаны все световые индикации, чтобы вы знали, на каком уровне у вас что. Собственно говоря, вот участники. Видите, для каждого участника отдельное регулирование. То есть вот микс B мы навертели, переключили, здесь другому навертели так, третьему навертели так, нам выход дали. В общем, очень полезная вещь. Вот такой вот замечательный девайс.